Что-то не видно вас. Ну-ка, посмотрите там, как. А меня и не слышно, наверное. Я слышу вас. Ну, надо, чтобы видеть еще было. Давай-ка. Так, смотрю, сейчас не знаю, что такое случилось. Наверное, придется перезайти. А так не получается. Ну ладно, еще так давай, задавай вопрос. Тут надо перезагружать, наверное, этот. Ну не знаю, как я зашел. Вот такой вопрос, Игнатий Тихонович. Вот Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих, написано так. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вот как вот так превзойти эту праведность фарисеев и книжников? И почему она недостаточна, чтобы войти в Царство Небесное? А потому что Господь обвинял их в лицемерии. В ложном толковании Священного Писания, в ненависти ко Христу. Смотри, какие черные, страшные грехи против них были. И они же подняли руку против Христа, и они говорили, что он обманщик, будучи живой, говорил воскресну. Праведность зависит не от того, только что он десятину платил или что, но от того, что говорил, как вел, перед кем ходатайствовала его смерти. Они с Пилатом сошлись, книжники, фарисеи. И Господь показал, они же за это время, как Он сказал, и когда исполнились события, они не изменились. Поэтому мы берем все, что о них известно. А известно многое. Лицемерно они показывали, знают Писание, и долгие службы, они еще не понимали. Вот зашел фарисей мытарь, и оказалось, что фарисей надмевался, стоял. Он того, который был, и говорит, я не такой, как прочие, а он уже другой, потому что он в храме. Вот это вот осуждение, вот это превозношение было противно Богу. Фарисеи его не воцарили. И когда кричали даже малые дети, «Оссанна сыну Давидову», они лопались от злости. Они старались подставить ложных свидетелей на Христа, что он хочет власть захватить. Когда говорили, платить подать и не платить. Как не ответь, он будет виновен. И вот поэтому их праведность фальшивая была. А человек один раз зашел, и он больше... Женщина положила там копейки какие-то, она больше их... Тут надо шире смотреть, глубже. И поэтому, если праведность наша должна быть выше. Выше и в десятине, и во всем. Потому что сегодня некоторые даже не платят и не знают. Быть готовыми. Кто не заботится о своих ближних, отрекся от веры хуже неверного. А они от своих евреев, которые пошли за Христом, отреклись. Они допрашивали, когда слепорожденный слился. Кто? А потом народ невежда. Так невежда, это вы его сделали. Вы его не учили. Они надмевались только. Руки вымыть, вот как сейчас мусульмане. Вот берет книгу, и руки мои. Я говорю, да что их руки-то? Уже вымытые они? Нет, они не знают. В руки не держали свою книгу и командуют. Вот такая история. Поэтому слово «фарисей» стало нарицательным, фальшивым, надуманным, надутым. Он стоит тут, молится, вроде как есть, а сам только думает, чтобы свечи продать. За каждого поминального взять деньги. Это фарисейство. Показывает, как они за... Вот даже в монастырях за мир молятся, за весь мир. А я говорю, я еще только за воробьев молюсь. Так покажите плоды вашей молитвы. Вот у меня, допустим, такой-то человек, там мэр города обратился, еврей обратился, стал священником православным. Сотрудник КГБ обратился, стал священником. А они меня клюют со всех сторон. А я кто такой? Да меня и нигде и не видно. Должности никакой нету. Что делать своими руками? А это нет. Внешняя чистота, а внутри гробы покрашенные. Господь объявил, кто они такие. Гробы. Жизни-то никакой нету. Это слово «садуке» они толпили, а на самом деле-то они такие же, как есть. Но быть настоящим фарисеем – это означает быть добрым.
Вот апостол Павел говорит, я фарисей от фарисеев, то есть он исполнял все. Но они же, те фарисеи, готовились его убить, когда он обратился ко Христу. Они ненавистники, убийцы Христа. И поэтому праведность наша должна быть высшей. По всем вопросам, какой бы ни затронули. Свидетельствование, а как он зашел, а эта женщина блудница. Блудница была за дверями, тут она уже не блудница, она уже слезы проливает. Они умели судить, это православных здорово вмонтировано. Вот посмотрите, там Максим Георгиев, он везде влазит-то. Ему про меня задают, он никогда не видел, Стерликов также. Он тоже начинает меня клевать со всех сторон. Не разговаривал, ни мои труды не считал, ничего нету. Он пустышка. Он сам понимает, у него ни одна душа не обратилась, и ничего не сделал. И он только похваляется тем, что у него денег много. Залез в кадушку и сидит. А у нас и не время-то сидеть некогда. То дело, которое мы вот здесь делаем сейчас вместе, готовим к выходу проповеди во свете Святой Библии, они во сне не видели все вместе взятые фарисеи патриархии. А вот мы молимся за весь мир. Молитесь за весь мир, так несите людям мир. Они молятся. И мы молимся. И вот они не идут на проповедь. Почему? Сидеть надо там внутри. Нет, это чтобы мандра, стена охраняла их, архимандрит. Надо идти. Господь говорит, идите. Патриарх Кирилл об этом говорил. Миссия – это движение, движение. Они сидят, никуда не двигаются. Наша праведность должна быть выше. Они на базаре, вот руки мыть проехали. Я на базаре как раз человека нахожу. Начал беседовать, и дальше человек обратился. Ну, вообрази это. А они это все, они ненавидят людей. И кричали, распни его. Это они кричали. Он субботу нарушает. Суббота говорила о воскресенье. Они даже этого не знали. Лживые учителя. Вот сколько мы находим, от чего им надо было освободиться. И праведность наша должна превышать их. Мы и субботу чтим, и воскресенье. А если уже так говорить о десятинах, так мы платим больше. Мы конкретно находим людей, где помогать. Вот сейчас бы нам кто-то помог, мы бы восславили Бога. Мы о хлебе духовном заботимся, ничего не имея. Мы можем книгами рассчитаться. Ну вот так, дорогой брат Николай. Да, спаси Христос, Игнатий. Ну, так нам и известно эти. Нас фарисеями называют, когда молимся мы. А мы ни в чем на фарисеев не похожи. Молимся. Христос молился, пророки молились. Молимся. Мы молимся дома. А вы в интернет выставляете. Ничего особенного нет. Люди заходят в храм, я молюсь, они меня видят. Видят, так надо показать как. Да вас гонят. А теперь, когда сняли там, митрополит меня обнимает и целует. И все закрылось. Как в университете так же. Ректор меня увидит, такой щин у него, там 30 тысяч студентов, он, вы знаете, кто на меня? Я преклоняюсь перед этим человеком, наклонится, меня еще обнимет да поцелует. Его сейчас нету, а я молюсь за него. Вот так. Господь посылает таких людей, которые начинают соскабливать нас, ненужную огарину. Так все. Вот эти сейчас снимки-то, которые берете, я не знаю, надо там как-то компоновать, и чтобы помогли, Елена Гладыщук, обязательно на них написать кто, хотя бы, ну, фамилия и имя, больше-то что там есть, до крещения и после крещения. Вот тема-то заделана какая. И насколько разбейте там, допустим, на странице, может быть, войдет 4. Потому что человек какой был, 2 фотокарточки, еще 4, это 8. Ну, надо, чтобы они были покрупнее. Ну, у нас места-то хватает. Я говорил, по 7 вклеек на 6 книг. Ну, вот и считай. Так что заранее там все можно подготовить. А которые новые появляются, их выставлять на фотографии по алфавиту. Вот, допустим, все, где будет все, там находится... Вы тоже свое оставляете, другим говорите. Вот так. Это по именам вы имеете в виду, по алфавиту сделать? А? По алфавиту это по именам, фамилиям? Я думаю, да, я понимал, говорю, по картинкам. Фотографии. А то я уже просто не соблюдал это по алфавиту. Вот а трудно искать будет, надо сделать будет, если можно.
Это один раз делаем, книги на все время. Человек говорит, я здесь есть, его сразу найдут. Надо по алфавиту делать. Система может сделать, а может сами там, ну да рядом, чтобы было. А та, да я. Посмотрите, а я об этом говорил. Я говорил об этом. Да. Ну, надо подумать, потому что там иногда бывают какие-то вместе подходят, что их вставить можно. Одна побольше, другая поменьше. Ну, вот надо что-то увеличить, подходит. Сравнять, посмотреть надо. Вы специалист, да. Я на это дело не берусь. Понял, понял, хорошо. Ну и вот, да. Это дело-то большое, не на один день. Вот это надо сделать. Ну, все у меня. Да. Ну вот, а по фарисеям еще. Получается, что у них, они же исполняли закон, да, и просто не различили, не могли различить, что вот Христос пришел. Да, поэтому такая да, и у них все было на выверт теперь. Они показывали это, а сами были жестокие, только деньги взять. И блудница-то зашла, волосами обтирала, она больше любовь показала. Фарисейство сегодня на показ что-то делает, фарисейство, оттуда зашло. А на самом деле фарисеи-то, они это добро исполняли, ну куда они его повернули? И сегодня там какую-то маленькую должность займет, и уже кочерыжится над тобою. Это любви не хватало, получается? Нет? Да, конечно. Они как будто не знали этого слова. Судили всех, как православные. Да. Меня вот спроси о каком-то, я скажу, я с ними встречался, не знаю. А меня они хлещут, кусают, сколько им влезет. Да. Ну, значит, спаси Христос, очень мне разъяснили. Да. Благодарю. Слава Христу, отошел. Благодарю. Я вас с миром. Угу.